Значит, смотри, Влад, он стоит. Раз он стоит, значит, показал 3-4 приема, он получил шида. Показал 3-4 атаки, он получил шида. Потом обоюдная шида, его сняли, и все, на раз больше не надо. Шида-то он получил второй, и типа у тебя два. Ну так просто поактивничай. Зачем рисковать, тем более. Ну, так, пошли, еще три круга прошли.